В связи с активизацией циклонической деятельности на территории Приморского края ночью и днем 15 июля в городе Владивостоке и на большей территории края ожидаются сильные дожди с количеством 15-40 мм за 12 часов и менее. В отдельных районах очень сильные дожди, сильные ливни. 16-17 июля в крае сохранится неустойчивый характер погоды. Кратковременные дожди, местами ливни с количеством 15-40 мм. Дожди будут сопровождаться грозами в прибрежных районах, усилением ветра до 17-24 метров в секунду. В связи с прогнозом на реках края ожидается формирование и прохождение быстро развивающихся паводков с высотой подъема преимущественно на 0,5 до 2,5 метра, на реках южной половины до 4,5 метра. Создается угроза подтопления территории ливневым и склоновым речным стоком, ожидается достижение критериев отметок с подтоплением участков дорог, низководных мостов, хозяйственных объектов. Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует населению воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов и выхода на туристические маршруты. Владельцам маломерных судов следует воздержаться от выхода на морскую акваторию.